7 ноября состоялось открытие международной конференции «Теория вероятности и математическая статистика» в Казанском федеральном университете. Мероприятие организовано Институтом вычислительной математики и информационных технологий КФУ. Ведущие ученые выступят с докладами по задачам теоретической и прикладной теории вероятности и математической статистики, обсудят проблематику анализа больших данных и их влияние на ряд сфер. Данная конференция, она и позволяет обсудить вопросы, связанные с поиском новых решений по статистической обработке информации, но и, собственно, классические аспекты теории вероятностей, которые и позволят оценивать и, самое главное, разрабатывать технологии для решения актуальных задач. Основная тема конференции – проблемы математической статистики. Будут рассмотрены следующие вопросы и задачи науки. Квантовая и некоммутативная теория вероятности, современная математическая статистика, приложение статистических методов и другие. Конференция продлится до 10 ноября. Артем Тупичкин, Анарина Ганиева, Роман Самарин, Универньюз.